Оперативная обстановка на территории Амурского муниципального района с 14 по 20 мая 2018 года. Пожары в поселениях. 17 мая в поселке Ильбан во втором микрорайоне произошло загорание деревянной постройки. В результате пожара обгорела внешняя стена на площади 0,5 квадратных метров. 18 мая в городе Амурске в квартире по улице Лесная, 1 произошло загорание постельных принадлежностей на площади 0,5 квадратных метров. Спасен один человек. 19 мая в городе Амурске в подъезде дома по проспекту Комсомольский, 63, произошло загорание мусора в мусоросборной камере на площади 2 квадратных метра. 20 мая в поселке Ильбан под крыльцом подъезда дома номер 1 в первом микрорайоне произошло загорание мусора на площади 1 квадратный метр. 20 мая в городе Амурске в квартире по проспекту Победы 10 произошло загорание домашних вещей на площади 1 квадратный метр. Загорание ликвидировано до прибытия пожарных. Хозяйка квартиры 1990 года рождения не пострадала. 21 мая в городе Амурске в районе дома номер 29 по проспекту Комсомольский произошло загорание пиломатериалов в металлическом гараже на площади 9 квадратных метров. В поселениях района произошло пожаров и загораний 7, из них в городе Амурске 5, в поселке Ильбан 2.